будут оставлять вот так вот шлемофоны. А уж тем более подсушиться носочки. Майбулка 2 евро. Батончик 3,59 евро. 4,79. Булочки 3,45. Рубль 29. 2 евро булочки. Хлебцы 3,25. Возьмем 80 рублей. 70 рублей, вот это 70 рублей. Да, сыры 3,79, 4,95, вот, 6 надо, вот, евро, посмотри, 5,49, 4,69 гауда сыр. Нет, вот этот, вот эти вот. 3,89, вот этот самый дешевый. Ементай. Вот. Смотри, вот этот вот самый дешевый. Вот, гауда Холланд 3,59. Дима, вот, вот, смотри, почем. Ну, возьми, какой хочешь, что? 4,39, да? А этот, там стрелка указана. Ты не знаешь, что за штуки? А масло нам еще надо. Селедочка 2,69, 2,69, 2,49 в маринаде. О, иди сюда, есть. Не торопи меня, мы никуда не спешим. Я понял. Ну, что же, что-то типа корюшки, рубль 98. Понятно. Масло еще пошли. Масло возьмем мы, масло возьмем. Мы еще не убегаем. Я нашел скидку. Молодец, хватай. Нашел, хватай. Тик. И мясо, да? Котлетки 4,59. 5,59. Что-то типа фарша 4,95. Вот это точно фарш 5,09. 2,98, 3,65, 4,89. Мешки. Рубль 95, рубль 95. Макарошки, лапша, рубль 55. Фрикадельки, похоже. 2,98. Овощные котлеты, что ли, 2,69. Что-то типа супца или пюре, рубль 89. Пицца 0,89, похоже, да. Масло 3 евро, 2,98, 2,65, 2,69, 3,95, 2,49, рубль 99. Овощи замороженные, брокколи, рубль 68, непонятная хрель, 0,43, а, типа гавайской смеси. Кукуруза. Ага, 80. Вот так вот. Это я возьму попробовать. Это я возьму. Возьму попробовать. Кукурузку-то. Так, цветная капуста 0,89. 1,79, 2,85, рубль 49. Макарошки 0,25. Давай возьмем. Макарони. Хватит одного пакета? Ну, давай а два вот возьмем. А вот эти вот дешевле, смотри. Ой, ты мне не дашь мне ничего спокойно. А соус 2,19. Это, наверное, сливки 0,99. Еще какой-то соус. Еще соус. Ну, то... лаваши. О, семки чищеные, рубль 69. Чипсы 2 рубля с копейками, Принглс. Другие чипсы 2,89. Сладкие палки, рубль 49. Лимонады 2,77, рубль 39, 2,60, 3 рубля, 3,10,
вода. Рубль 59. Пивчанский, может кому-то интересно. 3 рубля 2,38, 3,29, 2,30. Вот мы и нашли масло. Масло 4,95, рубль 59, 4,09, 2,29, рубль 65, 3,68. Товарищи, горох. Почти 1 евро горох. Здесь 500 грамм. 500 грамм евро, обалдеть. Ну и здесь тоже. Да, какие-то отруби или еще что-то такое, не знаю. Так. Это не знаю, что такое. Это может быть мука кукурузная. Это ржаная, возможно, мука. Рубль 49. Мука ржаная, походу. Рубль 19. Можно было не тащить, в принципе, из Питера. Рис эконом, да. Рубль 45, 2 килограмма. Остальное все дороже. Вот это. Какой бестактный человек. Не дает, блин, заснять 10 секунд. Так, ну, а вот мы с магазина вернулись. Все вот это вкупе на 25 с копейками евро. Две пачки макарон, головка сыра, масло, йогурт, еще йогурт, молоко, кофе, какое-то мясо для гриля, буханка хлеба, мороженое кукуруза, кусочек имбиря, две пачки семян льна. Жаль, что измельчить не на чем. Оно было повкуснее.